Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, Дани КБ, и мы продолжаем ностальгировать. Я думаю, прохождения не будет, мы просто будем кататься. Ну, то бишь, я не обещаю. Если как-то так зайдет, то что мы пройдем каким-то образом половину, то, в принципе, ну, почему бы и нет, можем пройти. Погнали. Так, вот это. Так, здесь мы третьи. Давайте на супер попробуем. Опять мы здесь. А, пропускать можно все-таки. На Enter. Блядь, пиздец. Ну ладно. Так. Нам надо настроить машину. И чё, поехали, получается. Это я? А, ага, теперь там плавал. Ну, погнали. Пиздец. Чё-то я отвык уже. И карту забыл. А вот он сверху светится. Пиздец. Шлюха. Не-не-не-не, стоять. Так дела не делаются. Нет. Да что ты, блядь, сука. Заебись. Ааа, блядь! Все, погнали, блядь, пиздец. Начинается трэш, нахуй. Опять эта дресня. Иди нахуй. Давай. Блин, тайминг не могу словить. Я пятый, охуенный. Сейчас. Да, давай еще уебемся. Да, блядь. Оху. Чё ты не рулишься-то, блядь? Да, блядь, второй хотя бы. Сука, это суба, блядь. Так, что у нас здесь? О, что-то интересно. Давайте возьмем ее. В чем проблема? Типа она самая мощная и практически самая легкая. Это GT-ка Ford или что это? Я не посмотрел. Будет смешно, если Фера. Welcome to Kenya, home of the Safari Rally. There's only one way to describe this. Это будет сложно. Temperatures. Да это Ford какой-то. GT-ка. Говорил какой-то. И на передний. Потому что задний у нас ось. Не, надо было на заднюю, наверное, поставить. Блядь, а, папа. Нихуя. Так.
Да ну нахуй! Стоп! Почему мне кажется, как будто здесь есть мертвая зона? Это все. Во. Вот она, блядь, нахуй. Ебать, он отзывчивый стал. Не, надо хотя бы процентов 5 поставить, 10. Потому что это реально невозможно. Но 20 это было сильно много. Опа. Задний привод. Рачком, рачком. Не тянет. Почему не травка включилась, если вторая должна быть, будет первая? Или тогда... Или мне кажется... Короче, что-то не так было. Опа. Траектория. Все тела, блядь! Не его. Хорошо еду или плохо? Мне кажется, очень плохо. Здесь можно было бы с рычажком зайти. А, так он первый? А, блин. Сейчас моторчику было плохо. И опять. О, финиш. Бочком. Блин, я уебался. Я думаю, со мной бы после такого спонсора не стали связываться. О, да. Мы выступаем где-то в пустыне. Let's go, гонка. Ибо что-то за шаха. Шестерочка. У кого-то дежур стучит? Что за звуки? Так, погнали. Теперь привычный наш режим. Давайте хотя бы с пятерочкой попробуем. Вот. Да, хотя бы руль можно держать ровно. Сука. Ебать. Подскок. Поворот. Не знаю. Не шарю, тормозить надо было или нет, я думал всю эту дорогу, блядь. Так, здесь притормозим. Да не стоило, в принципе. Тормозить. Это мы хуй догоним. Вот один есть. Это я первый? А, это этот. Я понял. Да, где мы постоянно в дерево выпрыгиваем. Давай пониже, думаю. Где там, налево? Давай с ручничком. Давай, блядь, переборщил. Нормально, нормально, Как я на первом месте, если я такую исполняю? Как дудик. Ой, что будет подлет? Опа. Второй. Третий. Поворот. Опа, там что разрушился? Второй поворот.
И финиш. Блядь. Нормально. Какая нейтралка, какая первая, блядь. Йоу. 1-5-0-7-7-5. Нихуя. Это было очень легко. Просто все на единичке. Просто первое место, 100 денег мне сюда. Ариал Оффроуд. Ариал Оффроуд. А, у нас сейчас финал же будет, точняк. Right then. Head-to-head is all about finish line. Knockout rounds mean you'll need to get through the... Давайте теперь напушить. Я помню, как я гонял зимой. Тоже дуэль был. Именно зимой. Так. Давайте опять ее настроим. Останавливается нормально. Передние колеса крутит передние, и надо останавливать. У нас же передний привод, да? Я не помню. Все, понятно. Здесь никаких вопросов. Так, я чел вот это выгнал. Я могу здесь сесть, чувак? Но я его не вижу пока. А-а-а! У нас разные трассы. Я понял. А, перед, черт. Быстро сейчас несет. Так. Ну все равно. Он бешеный, блядь! Я не могу за ним угнаться. Хотя вроде первый. Я просто думал, что более 100%, что он меня обгонит. Плохо. А, все, вижу, где там разрыв наш. И, кстати, неплохо впереди, хотя вы видите сами, что я делаю. Я очень плохо еду вообще. Так, где? Так. А, теперь я еду? Или нет? Да, теперь я еду по его, это... пути, да? Да, получается так. Судя. А, это че, он налетал, получается, там? Или что это там за дырки было? А так неплохо, кстати, оторвался. Ахуя, ты сказал. Финиш. Хе. 1-3-3-5-6-2. 2-5-6. Ааа, Стефано Равилья. А я Пьерлуджи Константини. Третья. А, или это вторая дверь? Это вторая дверь. А где? А зима же будет? Ну это финал, здесь должно быть три гонки или нет? Или я тут был? А, да? Все, у нас все готово. Приступаем. Ух. Так, опять Эстербан. Эстербан Фортнайт. А, та же карта? Че, он посильнее, что ли, будет? Да, он уже первый. Ладно, понял тебя, услышал. Это тоже не так вопрос. Сука. Это будет... Это смешно! Я...
Я уверен, что это цветно, потому что я просто молчу, у меня ебальник мысли... Очень сосредоточенный. Я просто... Да. Блять, какая? Первая. Вторая надо. Ебать, смешно. Полетели! Да ты так... Где... Блядь! Один, три, шесть, 126. Спасибо. Эстербан Ферна... Ферндез... Длинно... Finish. That was sick, dude. The fans are loving. Оба, Брембо. Тормоза. You've been invited to compete in the Brembo. Я надеюсь, это будет какой-нибудь дрифт режим. Ой, дрифт этот Джимхана какая-нибудь. Интересно же будет. Ой-ой-ой. Новая тачка, давайте же ее испытаем. Это Peugeot. А, 207-я. Там тем более в другом режиме. А там мы на 26-й угоняли. Даже? Чё-то я туплю. Вот она, зимняя. Да, дуэль. Да, я помню. Но не помню, против кого гоняли. Против Эвика 10-го вроде. Или нет? Так. Опять настраиваем тачечку. А, что? Оно уже настроено. Дифференциал. Не, я посильнее поставил, на самом деле. Нет, это... А, вот! Из всех! А, это не дуэль, потому что я умер. Я нихуя не вижу. Так, поворот. Завернули. Поймали. Так, пятые. Ебать, это было красиво. Нормально. Мы знаем, как передний привод ловить. Газ в пол. Все так. Бля, мы были вторыми. Так. Форди, давай без твоих этих. Сука. Так, наяриваем. Сейчас налево. Давай максималочку. Сука! Они тоже выбивались. Нет, лёд, тут сука! Всё, давай. Хуярь. Да ты, блядь, откуда взялся, нахуй? Да, в отсечку. И попы. Надо... Мы вторыми были, если что. Сука, я даже не третий, блядь! Опять летаем. Сука. Нахуй, я не сдамся, блядь. Дольчик-то надо какой, блядь, блядь. Что это? Я не знаю, это Лар, круг нахуй.
изнасиловали. Давай. Хуяр, деточка. Неплохо. Чуть-чуть не под той траекторией. Ну да похуй. Так, здесь мы зайдем вот так. Отлично, отлично. Опять это место, блядское. Я ненавижу это место. Это больше всех. Ладно, вроде законтролили. Последний круг. Так. Похуй. Похуй. Так, вот так. Давай, 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 давай. Оба. Оба. Давай, нахуй. Давай. Топи, 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 топи. Это было, сука, очень сложно. Но это было круто. Заебись. Четвертый уровень. Да. Кайф. А, это репутация водителя. Водителя. Так, Суба. NX Energy Racing. Морда на Субу похожа. Сюда. Дрифт показательный. Finally, Мичиган. This is your chance to show off a little and prove that you're the best driver in the world. Wow, the fans and your driver rep will explode. So this is the Drift Showcase Challenge. Race down the short. Блять, еще рассказывать об этом будет. Drifting as much as you can as you go. Your fans are out there watching, so give them a show. О, 4 раунда. А на чем? О, понимаю, Форд. Welcome to Michigan. Мичиган. Views up here near the Great Lakes, but majestic. А я помню. Я да, я это помню. У него пиздец огромный спойлер у этого Форда. Да, просто смотрите на эту балду нахуй. Так, стройка тачки. Не, пускай так, поскольку нам надо еще держать, блять, это все нахуй. Так, ну чё, поехали? Поехали, поехали. Ой. Блять, да, нахуй, я помню этот счетчик. Сука, меня вот так дрочил, нахуй. Так, у меня появилась тактика. Неплохую тактика. Попу в отсечку будем долбиться. А, блядь, круг! Время есть, блядь! Похуй. Блять, за 30 секунд доехать надо. Не, 15 кольцов навряд ли наберем. Особенно если так. А мы не доедем. Не закидала! 6 секунд. 3, 2, 1. Первый. А, нет, блядь, это золото, это второе, нахуй. Сука. Вау. Пакан, что за? Окей, как это выглядит? Весенняя Олимпиада 2015 будет проведена в Мурманске. Ёжик, я гений! Oh,
все. Ну ладно. Пойдет. Все, на сегодня хватит, я думаю. Нормально мы за сегодня наорались, нагонялись. А я с вами прощаюсь, с вами был я, Дани КБ. Заходите на мои стримы, обязательно заходите в мой Discord, там будет оповещение для всех, то, что будет, например, скоро стрим, например, видос вышел, поскольку YouTube иногда не выкладывает, точнее, не присылает уведомления. Подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был я, Дани КБ, всем удачи, всем пока-пока.